Всем привет! В этом видео я расскажу, как пройти испытание ко Дню Святого Валентина с первого раза. Итак, поехали! Бросаем камнебросатель на орла. Короля бросаем посередке. Ждем, пока он раздолбит забор. Потом бросаем туда королеву, чтобы она не убежала, а пошла за королем. И Вардена, хранителя, который включен на землю. Дальше взрываем ловушки шариками внизу. Смотрим за королем, прожимаем хранителя и короля. Бросаем слева гончую, адскую гончую и драконов электрических. Посередке сейчас надо будет бросить яд. Следим за королевой, за королем и Варденом. Сейчас надо будет бросить ярость на электродраконов, чтобы они справились. Замораживаем адские башни, бросаем туда летучих мышей. На камнебросатель мы бросаем ярость. Когда шарики появятся, они быстро уничтожат адскую башню. Ну вот и все. Ну тут, конечно, время поджимает. Просто что камнебросатель не уничтожил золотохранилище. Но мне повезло. Потому прохождение это с первого раза, ведь я не могу записывать видео, ну, несколько раз, выключать и записывать, потому записал, как прошел. Я надеюсь, электродраконы успеют долететь и забрать, уничтожить 4 золотохранилища. Этот хранитель у нас на землю, но он, видимо, он через забор перепрыгивает, умеет. Ну, просмотрим. Все уничтожено на карте. Осталось 20 секунд. Ну вот и все. Последний вздох этого электрика несчастного. Все, повезло. Всем удачи, всем успехов. Проходите с первого раза. Вот, дала награду мне. Да, пройдено. Всем успехов, пока.